Новым министром образования региона стала Татьяна Дернова. До этого чиновница 5 лет занимала должность первого заместителя министра. Свою карьеру Дернова начала в 1989 году учителем иностранных языков. Затем была заместителем директора гимназии, начальником отдела образования по Центральному округу, заместителем директора департамента образования Омска. В июле 2012-го перешла работать в областное министерство. По словам Дерновой, проблемы в области есть, но все они решаемые. Среди первоочередных – ликвидация в школах второй и третьей смен. Небольшая проблема, а большая задача по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Это государственная программа, приоритетный проект государственный, да, участие в нем, активное участие в нем и решение задач, которые в этом проекте зафиксированы. Но очень хочу, чтобы понятие радости в наших учреждениях было и у детей, которые туда приходят, и у педагогов, которые там трудятся, и у родителей, которые с удовольствием ведут в учреждения своих детей.